Парям-папам-пам-пам. Друзья мои, всем привет! Сегодняшнее видео будет про люк Деметра, скрытый монтаж под плитку. На данном объекте я специально заказывал люк размером 40 на 80 сантиметров для монтажа на этом коробе. Размер плитки у меня 42 на 42, поэтому 40 на 80 люк мне как раз будет как раз. Вот, почему я выбираю именно люк Деметра под плитку. Во-первых, то, что очень простой и легкий монтаж данного люка. Во-вторых, то, что открывать и закрывать люк в процессе эксплуатации будет очень просто. Одним нажатием мы открыли и таким же образом мы закрыли. Нет у нас там дополнительных регулировок во время открывания и закрывания. Хоп. Сначала отодвигаем аккуратненько одну сторону и потом открываем весь люк целиком. Ну, в общем, все. С помощью одной только руки, одним нажатием мы открываем и закрываем этот люк. Все очень просто, все очень легко. Дальше в этом видео я вам покажу, как я его загерметизирую с помощью герметика силиконового и как он в процессе эксплуатации будет открываться и закрываться. Вот такой, в общем, тема этого видео. И также хочу сразу заметить то, что данные люки Деметра теперь можно заказать уже через меня, то есть через мой аккаунт в Инстаграме, через мой канал в Ютубе. Все это вы можете сделать, даже по ссылке под этим видео. Вы заходите на мою страницу в Инстаграме, выбираете люк, который вам нужен, подходящий по размеру, и заказываете его через меня. Теперь вам не нужно будет искать на каких-то сторонних сайтах подходящий вам по размеру, по качеству, по внешнему виду люк. Вы можете зайти просто ко мне, заказать его у меня и просто ждать, когда этот люк будет у вас. Короче, как-то так. Заказывайте люки у меня, фирма Деметра. Любой размер по вашей плитке. Короче, поехали. Делаем монтаж люка Деметра под плитку на моем объекте. Погнали. Итак, наш люк Деметра уже готов. Плитка на него уложена. Открывается все так же легко. С обратной стороны я сделал вот такой вот импровизированный вес, подвес, груз. Для того, чтобы, если люк будет давать просадку, чтобы он сразу просел. То есть у нас тут количество плиток соответствует весу двух плиток на обратной, на наружной стороне. Ну, тут получается профиль у нас 27 на 28. Закрепил я по поперечкам, которые я сделал для усиления. Потом здесь, в общем, тоже 27 на 28. И вставил куски плитки сюда. Люк у меня, соответственно, должен был просесть на тот вес, который будет у него снаружи. Так, теперь после закрывания, открывания люка у нас все нормально. Обратите внимание на этот угол. При открывании он уходит плавно назад. И возвращается обратно на свое место. Соседняя плитка, получается, не мешает этой плитке, которая находится на дверце. Одной рукой мы открываем и одной рукой мы закрываем. Все, никаких дополнительных манипуляций у нас больше нет. Следующим этапом у нас идет засиликонивание по периметру люка, для того, чтобы он был абсолютно невидим в нашей ванной комнате. Все, поехали, следующий этап работы.
Итак, друзья, завершаем, в общем, работу по люку. Люк 7 мм, напоминаю, плитка на ней уложена размером 42 на 42. Итак, завершающий этап, это нам нужно открыть люк. Для этого я использую такую двойную присоску фирмы Dexter. Покупал я, естественно, ее в Leroy Merlin. И теперь с помощью этой присоски я открою данный люк. Я уже его открытие произвел. Сразу говорю, что первый раз открыть было крайне неудобно, потому что, ну, все равно герметик еще даже не до конца застыл. Ну, я убрал, в общем, излишки. И вот сейчас, в общем, у нас работает все вот так. Герметик по краям дает нам визуальное... Герметик по краям визуально скрывает наш люк, так как герметик белого цвета, он такой же, как и белые швы на нашей белые швы затирки. Так, кстати, да, вот в этом месте я изначально приклеил скотч канцелярский. Это нужно для того, чтобы при нанесении герметика на угол герметик не приклеился к плитке. И это нам позволило спокойно открыть люк. Вот в этом месте, смотрите. Позволил нам спокойно люк открыть люк. И герметик, вот остался он здесь на стеночке и не приклеился к люку. Теперь мы можем спокойно убрать этот канцелярский скотч. И у нас все будет четко и красиво. Пока как-то так. Ну что ж, ребята, в общем, на этом я заканчиваю свое видео про монтаж скрытого люка фирмы Demeter. Рекомендую всем этот люк, потому что он удобен, его легко монтировать, и он очень хорош в эксплуатации. Вот так вот. Короче, все, ребята, монтаж завершен. Всем спасибо за внимание. Если вам было полезно данное видео, как всегда, ставим пальчик вверх, пишем в комментариях свое мнение про эту работу. Ну и заказывайте люки фирмы Demeter у меня на любом моем аккаунте. Там будет информация, так что заходите, смотрите, пишите. Ну и все. Всем добра и хороших объектов с фирмой Demeter. Всем пока.